Я le he dicho a mi amigo. Я уже сказал своему другу. Африка está luchando en este momento. За что мы боремся в этот момент? За экономическую независимость. Ya superamos. Мы преодолели уже. La independencia política. Политическую независимость. Pero todavía Но la economía все еще sigue экономика en продолжает сдаваться. Сдерживающие факторы по тем преградам, которые у нас имеются в силе ряда. Есть страны, которые не хотят страны, которые вводят нестабильность в нашу страну, которые придумывают всякие изменения, чтобы воспользоваться нашими ресурсами. Но африканцы, мы просыпаемся. Мы видим уже, что нас обманули, разочаровали. Donde teníamos la esperanza, no vamos a alcanzar nada. И там, где мы имели надежду, мы не сможем ничего получить от наших предыдущих колонизаторов. Por eso поэтому que cambiar los ámbitos. Должны поменять сферы взаимодействия un nuevo proceso в этом новом процессе, que tenemos que recibir con seriedad. Которое мы должны определить серьезно. La parte Belarus, с белорусской стороны. Es un pueblo disciplinado. Это дисциплинированный народ. Es un pueblo que cumple lo это que promete. Народ, который исполняет то, pero что no обещает. Si nosotros también somos capaces ну, de hacer lo mismo. Не знаю, сможем ли мы точно так же все это сделать. Lo que estamos pidiendo. Получить то, что мы просим. De ejecutar lo que queremos. Que se realice en nuestro país. Выполнить то, что нам предоставляется в нашей стране. Nuestra mentalidad, наша менталитет, nuestra cultura también es parte del freno de nuestro desarrollo. Является частью тормоза нашего развития. Porque un pueblo inculto, un pueblo потому что необразованный народ, de espíritu nacionalista, у которого отсутствует националистический дух, не может de su propio ámbito, de su propio país. Обеспечить развитие своего региона, своей страны. Mis conciudadanos, поэтому я a nuestros compatriotas, обращаюсь к своим гражданам, к своим соотечественникам. Esta cooperación con mucha disciplina. Включиться в это сотрудничество, развитие с большой дисциплиной. Мы должны понять. De el país amigo de и научиться от нашей дружественной страны. Страна, которая является самодостаточной. Страна, которая противостоит всем вызовам и угрозам, исходящим со стороны других наций. Страна, которая гарантирует свое самообеспечение. Это то, что нам необходимо. Мы должны разорвать нашу зависимость нашей экономики. Мы не сможем вырасти экономически, если мы будем нуждаться в импортированных продуктах, которые производятся другими странами, которые через какой-то взаимный обмен общие действия, они получают прибыль намного больше, чем мы. Поэтому я хочу поблагодарить моего друга Лукашенко, Александра Лукашенко за эту расположенность, которая имеет в отношении экваториальной Гвинеи и recibe también con agrado la cooperación que nos está ofreciendo y признательность я принимаю вот это сотрудничество. И я уверен, что это даст хороший результат. Tenemos que eliminar lo que es la incredulidad. Мы должны избавиться от недоверия. Son los que no pueden desarrollarse. Без доверия нет развития.